Салют всем, Мирослав Гончаров, новая тема, и это уже вторая часть поездки в Тверь. Сегодня мы находимся в Твери, будем клеить огромную наклейку, точнее рекламу, которую сделал Ник Онлайн. Ссылочка на инстаграм Ник Онлайн в описании под этим видео. Ну и я же к вам задаю вот такой вопрос. А как вам дизайн этой наклейки? Нравится он вам или нет? Что вы вообще думаете по этому поводу? И вообще, замечаете ли вы наклейки рекламы на авто? Пишите об этом в комментариях. Ну а перед началом этого видео не забудьте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик для того, чтобы не пропустить очередных новых выпусков и включений. Всем приятного просмотра, погнали, let's go! Смотрите, как будем клеить наклейку и ехать на Москву.
Видишь, мне наше видео. Там стройка, да? Сейчас посмотрим. Спасибо. Всего хорошего. Пожалуйста. Так, ребята, все. 1200, все верно. Так, ребята, вот наш пропуск. Так, ребят, ну что, едем? Зададим наконец-то пропуск. Вот такой вид у меня необычный сзади, вообще огонь. Так, давай. Даня, вот она. Что же она скажет? Ау. Спасибо, да? Я не могу. Сказали не мочить и не мыться пока. Денек там, два. Ну сейчас дожди вот там на канале. Им желательно на солнышко помыться. А так мы давай, знаешь, что делаем? Если вдруг будут дожди, давай мы ее заклеим пленкой. Машину прям заклеим пленкой. Стекло сзади. Да. Такое красивое вообще. Очень. Никита классно ее. Да, и супами, да. Угу. Похоже, похоже. Не, об этом. Чай черный, зеленый, черный. Вот мы в Твери. Не сидит у нас дома. Кинотеатр «Россия», университет. Тут тоже есть, кстати, Рио, торговый центр. Университет здесь тоже есть. Мы сейчас хотим проехать право мимо проехать. Памятника Михаила Круга. Это у них прогулочная такая. Ну да. Моя далекая мечта. Ах, тверичанка, тверичаночка, божественная красота. Travelers кафе. Кафе путешественник. Какой? Кафе путешественника. Это про нас с тобой, ясно? Кофе. Кофе путешественников. Не кафе, а кофе путешественников. В общем, друзья, теперь 130 километров едем прямо. Супер. Как-то вот так, да. И у нас совершенно чистый горизонт. Больше желающих ночевать в Москву ехать нету. Нету. Все решили спать дома.
Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Печально, да? Жизнь тихо, тихо. Ребята, в общем, мы уже в Клину. Будем уже в Солнечногорский район ехать. До него осталось 25 уже километров. В принципе, нормально. Я сейчас едем. Время уже 8:25. И через сколько-то уже доедем до дома. Свой новый реклам. Да. Вот так, оставайтесь с нами, ребята. Ребята, все, мы въезжаем в Солнечногорск. Солнечногорск пока еще район, конечно. Да, район Солнечногорский, но мы уже в него въехали. Ребята, а далее я предлагаю послушать новую песню группы коллектива «Мелисса». Называется песня «Независимо». Давайте ее оценим, даже наш программный директор, который принимал эту песню, тоже ее еще вновь послушает, да? Да. Давайте, послушаем. Так, ребят, вот такая песня. Ну что ж, программный директор, как вам эта песня? Хорошо. Что вы о ней думаете? Расскажи. Расскажите нашим телерадиослушателям. Что все хорошо. Доброго. На самом деле, каждый из вас сам сделает свое заключение об этой песне. Да, хорошо. Скоро вернемся, друзья. Оставайтесь с нами. Ребята, еще каких-то 4 километра примерно, и мы уже наконец-то будем в Москве, представляете, как это нам будет с вами. Кстати, у меня к вам очень интересное предложение. На новый день на нашем YouTube-канале есть интересная такая рубрика «Звездное авто». Если вы хотите поддержать эту рубрику и участникам этой рубрики, то напишите нам на почту. Наша почта вы видите на своих экранах, и мы встретимся с вами, снимем вас, ваш автомобиль, и вы расскажете о его владении и опыте его эксплуатации. Так что вот так. Правильно? Хорошо. В общем, едем дальше, скоро уже едем в Москву. 163 километр, М10. На Москву. Куда же мы съезжаем, а? Вот куда мы можем съезжать? На КАД съезжаем? МКАД Север. Мы или просто КАД? МКАД. МКАД или просто КАД? Не знаю, что есть КАД? Ну, в Питере же КАД. МКАД Север. А, ну все, хорошо. В Москве, это Шереметьево, посмотри. Просто я знаю... А теперь мы в Питер что-то. Просто я знаю, в Питере есть КАД. Кольцевая автодорога. А здесь МКАД. Ну как-то Московская вот так, да. А там МКАД должен быть, да? Или... Просто КАД. КАД. Едем по МКАДу, ребята. Вот такой ночной город. Впереди камера на полосу. И камера на полосу, да, спасибо. Спасибо. Спасибо, Мегатрон. Дарт Вейдер, да. Да. Ты же Дарт Вейдер? Да, Дарт Вейдер. Спасибо, мам. Что дальше у нас? Больше что? Через 500 метров съезд. Поверните направо, а затем держитесь левее. Да, ребята, какие у вас глаза? Напишите об этом в комментарии под данным видеороликом. А мы же уже съезжаем на
М7, пойдем мы в область, да? В область? Все. Или в Москву, в центр, может, в Москву-Сити, может, хочешь? Нет. Сегодня не хочешь? Нет. Ну ладно, поехали в область. В область. Хорошо. На мой взгляд. 12 километров. Вау. С этими прицепчиками страшно встречаться. Ага. Я боюсь. Они ужасно страшные. 3,3 тонны. Или 33 тонны. Боже мой, это вообще не опасно. Ярослав, вообще кошмар. Господи, я не могу. Очень такие страшные все. Ага. Ну что, Владимирский централ? Тракт. Да. Мы привезли тебе пример. Привет. Привет. Из Твери. Из Твери от Миши. Да? Да. Очень необычный памятник они вот сделали, да? Так, ребят, ну что, мы уже подъезжаем. В общем, вот такая выдалась у нас сегодня поездочка, да. Все живы. Да, все живы. Некоторые даже украшены наклейкой. Очень украшены, все верно, да. Время 10:24. Сколько мы, в общем, в пути сейчас приедем? Считаем. Слава богу, что так. В общем, видео вам напишем, сколько мы в пути были. А сколько так тусовались? И вообще, да, в общем, напишем и то время. Что мы еще напишем? Что все у нас было. Деревья хорошо. Деревья что-то поспели путь. Все хэппи-энд. Ветки что-то. Ну, ветки всегда так надо. В общем, ребята, вот так. Была хорошая поездка, встречайте в скором будущем, в неизвестном будущем это видео. Да? Ну да. Вот так, всем до новых встреч. Пока-пока. Пока. С заправкой 398, вот так. Еще у нас топливо осталось, километров на 100.